Ваш заказ принят. Ожидайте. Что в современном мире имеет очень высокую ценность? Время. Век высоких скоростей, мобильность и оперативность – важные составляющие любого бизнес-процесса. Быстрая еда, быстрые перелеты, быстрые переводы, а главное – быстрая доставка. Молодые предприниматели умного города решили объединить мобильные приложения и мобильную доставку. Сегодня мы расскажем о проекте, который обещает с помощью высоких технологий обеспечить жителей умного города доставкой медикаментов в любое время дня и ночи по самой доступной цене. Здравствуйте, я Шолпан Сахариева, и мы с вами по-прежнему в умном городе. Онлайн-сервисы становятся все более популярными. В интернете давно можно заказать все, что угодно. Но вот вопрос качественной и доступной доставки все еще остается открытым. Молодые предприниматели умного города решили организовать круглосуточную доставку самого востребованного товара – медикаментов. И поможет им в этом инновационное программное обеспечение казахстанского производства. На сегодняшний день та доставка медикаментов, которая имеется на рынке, осуществляется самым быстро, это за 2 часа. Мы же хотим достичь, наша цель, делать доставку самой быстрой, то есть экспресс-доставка в течение 30 минут максимум. Благодаря вот этим технологиям инновационным, благодаря нашей бизнес-модели, мы можем достичь этой цели в кратчайшие сроки. То есть мы считаем важность именно времени доставки в данной сфере, так как это медикаменты, это связано со здоровьем людей. Изучив рынок, слабые и сильные стороны конкурентов, стартаперы поняли, что новое время требует иного подхода. Благодаря технологической модернизации, объявленной в начале текущего года главой государства, конкурентное преимущество не только на внутреннем, но и на мировом рынке получат предприятия Казахстана, активно применяющие цифровые технологии. Что представляет из себя наше программное обеспечение? Это в первую очередь оптимизировать полностью и автоматизировать работу нашего персонала, то есть провизора, курьера, чтобы не было рутинной работы. И все это между собой взаимосвязано. Для организации быстрой доставки медикаментов предприниматели создали партнерскую сеть по всему городу. Свои помещения им предоставили аптеки, расположенные в разных районах мегаполиса. Это снижает затраты на аренду, а значит, значительно удешевляет весь процесс. Перечень товаров можно просмотреть на сайте онлайн-аптеки. Почему бы не сделать качественный сервис по доставке медикаментов? Онлайн-аптека – это та же аптека, только вы можете зайти на сайт, сидя у себя дома, на работе, либо в больнице, и выбрать необходимые для вас лекарства, препараты и так далее. И все это привезет вам наш курьер за достаточно доступную цену, потому что преимущество таких аптек является дешевая цена, так как у нас сокращаются расходы на аренду физической точки. Мы можем себе позволить снизить цену для того, чтобы это было доступно для людей. Любое время дня и ночи покупатель может выбрать необходимые препараты на сайте и здесь же сделать заказ. Если ему нужна консультация, то ему помогут опытные фармацевты. Был разработан удобный и простой сайт, чтобы любой человек любого возраста мог с легкостью воспользоваться нашими услугами. То есть мы добавили категории, все категории, где видны лекарственные средства, витамины, БАДы, изделия, красота и гигиена, мать и дитя. Также оплата за медикаменты и доставку можно оплачивать онлайн-картой, то есть кредитными карточками. И также принимаются звонки на само рабочее место нашего провизора. То есть при помощи IP-телефонии наш провизор может принимать звонки и обрабатывать все заказы.
Быстрая и качественная обработка заказа на специальном портале фармацевта позволяет значительно сократить время доставки. Все необходимые для бухгалтерии документы автоматически формируются системой. Позвонив к нам по телефону, вас всегда обслужит профессиональный фармацевт, сможет дать консультацию, обработать вашу заявку. Также вы можете зайти к нам на официальный сайт, посмотреть в интернет-аптеке те товары, которые вам необходимы, выбрать, загрузить это в корзину, и также эти заявки будут обработаны в течение быстрого времени. Наша диспетчерская служба позволяет быстро принимать и обрабатывать заявки. С помощью этого программного обеспечения мы можем контролировать ход доставки, можем высылать вам в электронном виде необходимые документы. То есть эта программа, так скажем, оптимизирует наши бизнес-процессы. В систему интегрировано несколько баз данных. Портал фармацевта, где обрабатывается заказ. Самая актуальная карта города, по которой диспетчер определяет кратчайший маршрут для курьера. Мобильное приложение курьера, контролирующее выполнение задания. Сейчас программисты работают над клиентским мобильным приложением. Через онлайн-аптеку, либо на телефон провизора принимается звонок, принимается заказ и обрабатывается уже впрямую на портале диспетчера. Далее уже назначается курьер, к курьеру приходит оповещение о новом заказе с полностью с данными, откуда забрать, куда отвезти, какой товар, и полностью процесс автоматизируется таким образом. Далее курьер получает эту информацию, приходит в аптеку, забирает товар и отвозит клиенту. После того, как курьер привез доставку, уже клиентам на самом приложении курьера ставится подпись о подтверждении получения данной заявки. В данное время стартап запущен в тестовом режиме. Предприниматели готовятся к большому объему заказов. Главная цель – предоставить жителям умного города актуальный, качественный сервис по доступной цене. Мы собрали сильную команду. Это команда программистов. Здесь я хочу подчеркнуть, что данный проект является 100% казахстанским товаром, продуктом. Затем нам необходимо было найти хороших профессиональных фармацевтов, чтобы они могли качественно консультировать наших клиентов. Сейчас у нас сидит 3 фармацевта с большим опытом работы. Мы нашли хороших, активных, с активной жизненной позицией ребят для курьерской службы, потому что это те люди, которые общаются с нашими клиентами. Это лицо нашей компании, поэтому мы относимся к этим сотрудникам очень тщательно и стараемся делать качественный отбор. На данный момент для осуществления именно экспресс-доставки мы запустили скутеры, которые оборудованы специальными боксами. В зимний период мы перейдем на машины. Кроме того, система позволяет делать анализ, какие медикаменты заказывают чаще всего, в каких районах города и в какое время суток активнее пользуются доставкой. Все это помогает организовать работу максимально эффективно, увеличить запасы необходимых препаратов, локализовать курьеров и обеспечить их достаточное количество в том районе, где идет самая интенсивная доставка. Еще одно немаловажное преимущество – автоматизация внутренних бизнес-процессов. Казахстан очень хорошо развивается в секторе частного предпринимательства. Здесь, чтобы не отставать и показать нужный уровень, создав данное программное обеспечение, мы позволяем ускорить не только процесс работы с клиентом, а также внутренние бизнес-процессы. Инновационный подход, высокое качество сервиса, прозрачная бухгалтерия и своевременное налоговое отчисление – вот главные приметы успешных предприятий умного города. Я Шолпан Сахариева. Увидимся с вами в эфире информационного флагмана страны «Хабар-24».